спутник весит 83,6 килограмма. Поверхность его подвергнута специальной обработке для поддержания внутри. В Советском Союзе наблюдения за спутником вели и мали сигналы со спутника. Тысячи радиолюбителей. Его сигналы уже принимаются японскими радиолюбителями. За новым небесным телом наблюдали в самых различных пунктах земного шара, в Советском Союзе, Китае, Египте, Польше. Спутник вращается вокруг Земли по орбите, которая остается...